Всем привет! У нас сегодня запеченные баклажаны. Добываем для начала огонь. И идем разбираться с баклажанами. Для этого блюда нам понадобится непосредственно сам баклажан, кусочек сыра, острый соус, соль, масло растительное и чеснок. Для начала чистим чеснок. И режем его пластинками. Вот примерно вот так. Затем берем баклажан, разрезаем его наполовину. Делаем надрезы. Затем делаем надрезы с этой стороны. Хаотично. Ну, примерно вот так. А дальше берем чеснок и вставляем в эти разрезы. Затем берем наши баклажанчики и выкладываем их на решеточку. И на секундочку отставляем. У меня тут остался чесночок. Чуть-чуть нарезаем его мелко. Затем добавляем его в масло. Также в масло добавить чуть-чуть острого соуса, соль, приправок. У меня тут для салата приправка. И паприка острая. И все тщательно перемешиваем. Мажем наши баклажанчики. Итак, вымазали все. Все, что было. Оставляем, пока наши угли догорят. И идем жарить. Угли у нас готовы, соответственно, ставим баклажаны на огонь. А пока жарятся наши баклажаны, идем натираем сыр. Берем наши пожаренные баклажаны, посыпаем сырком. Посыпали сырком и отправляем дальше на огонь. Здравствуйте. У нас прошло 20 минут и наши баклажаны готовы. Осталось пробовать. Сочные, пикантные и очень ароматные баклажаны. Пробуйте, готовьте. Очень вкусно. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!